И он существовал до тех пор, пока не закончились запчасти. Но они же там много чего у Египта, у Сирии позахватывали, и вот у них много было советской техники. Танки Так, те же. море. А, так, Море тоже. море нет, ну ты иди. Так, Море знаете нет, что? но Надо вам как-то успеха. ККШМки распределить так, чтобы нам не внесли. Чтобы не как Вот. всегда. Я свое оставляю. Так, я поставлю заслон на то, чтобы нас не обошли. Слева. А справа? А справа не поставлю, там пару вертушек хватит. Просто иначе мне воевать будет нечем. Я справа только, вертушку. Только о себе и думаешь. Нет, я думаю о команде, поэтому ставлю заслон для всех. У нас все в одном месте, сюда фугас прилетит, мало-то не покажется. А, тогда еще и вторую туда же. А, парни. Кучкуемся. Кучкуемся. Ближе, ближе. Чтобы нам да-да-да, смотри, давай, да-да-да. И чтобы, вообще. Когда гореть начало, сгорело все к чертям. На Елену кто пойдет? Надо и на Елену. Я, короче, отправлю на пару штук на центр. Ага, теперь все, но в другом месте у нас. На Елену-то поедет кто-то, нет? Полетит? Да, на. На Дмитрий кто нет? Дмитрий, надо Дмитрий, да. А есть туры? Я там два турщика посажу, думаю, хватит. Артят. Я понимаю. Это они зря. Причем за это мне Макмат не как-то. Сейчас кто-то сольет самолета. Ты нафига их сливаешь-то? Мат, ты зачем? Что это за глупость была? Да то, что их насливал, ты. Ты их просто просрал. Не, они теперь повызывались, они видели твои самолеты, и дохуя истребители. Управление не работает. Я просто не увидел, как они вылетели. А чем это они долбят? Минометами. Пуканы, может, пуканы, да. Нам зачем-то еще и вертолеты воздух-воздух нужны были. Ой, что-то как-то они уже приехали, что ли. А тут ехать 2 секунды. О, ни хрена сюда. Да это ерунда. Что меня прям безбожно смотрит. Короче, я пошел, я взял всю эту карту. О, все. Ты молодец. Да ну нафиг, блин, я стрелял так. А что случилось? Вот здесь вот выгружаете пехоту. Лагает. Да, а что так лагает? Компьютеры нормальные покупайте. Пуфик, что вышел-то? Это что лагает? Спецназ вышел, но, ребятки. Ну, я сразу говорил, что так все и будет. Карта маленькая. И? Ага, пошел. Сейчас кшемку убьет. Пуфика, блядь, бородок. Кто за Пуфика? Я, видимо. Ну, уже поздно. Да чё вы хотите, блин, на меня юнит отпилил, блин. Да, у меня работает, не
эфир. По базе идет обстрел. С базы не стреляйте. На Дмитрий нужна срочно помощь. Что вы? Там еще в игре? Еще в игре. Но это ненадолго. Включай это. А, все, звук отработал уже. Бью вот сюда ртой. Армию здесь защищать надо. На центре. Пушковскими ВДВшниками не лезть дальше. Тем более их сейчас угробят. Назад. Чем вот я бомблюсь, теряю уже второй самолет, пока бомблюсь, и третий, собственно, тоже. Я бы чуть-чуть перестал бы. Нормально, центр перемагаем сейчас. Да как так, а? Факхат, дай вот этот домик. Нам сейчас Елену вынесут. Еще у нас самолеты летают наглую над нашей базой. Я туда машинку повел. Ну это, конечно, так себе решение. Вот он тунгусский радар-то выключите. Сейчас ударю по твоей метке, Алекс. Полно
ПВО у нас над базой стоит и не стреляет. Елену надо защитить сейчас пехотой. Пехотой и танками. Шемка сейчас на базе унесут. Слева. Над. Ну, что? Вынесли. Потому что, блять, что кто-то ты... стреляет с базы. Парни, с базы, правда, не стреляйте. Да это рандом, блять. Сука. У меня уже практически все работает. Чего они из дома выпрыгнули, офигеть? Блин. Кого нужно спросить? Да на Дмитрий, тут летает у нас как у себя дома. Вот здесь какое-то говно было слева. А, вертушка. Почему пехота сама выпрыгивает из городов, блядь? Горит, да я, больно отпугнуть. Я тараж. Смотрите внимательно. Где? Угу. Ну это транспорт. Вы если свою, особенно снабжуху будете убирать, вам ее даже не будут расстреливать. Ребята, ничего, что вот здесь у нас вообще враги уже сидят.
Фоксет, возьми, пожалуйста, вот эту пехоту. Кинь ее по метке атаковать левее. Да я послал уже, она тупит в дома. Вообще не реагирую по приказу. Постреляю в землю. Может застрять среди кварталов. Ну, полский городовой. Да твою мать, долбаные вертушки. Блядь, поток танка, сука. Ой, блядь. Алекс, тормоз не пролетали. Ушел туда. ЗРК расстреливать. Ну зачем ты мне мешаешь-то, блядь? Попытаюсь зайти, ты следующую заходишь. Ты не сходи по краю города. Что за приколы? Стрелял, нет? Да, стрелял. Вот этот вот чувак. Тебе тоже досталось, да? Технику, в смысле? Да. Две вертушки эти, которые дальнобойные, они просто... Понял. Один раз выстрелили, у меня нет этого.
дайте пройти куда-нибудь вот сюда, к краю города. Я бы расстрелял БМПшки. Спасибо, что занял. Сожгли моих ВДВшников. Тушенки дайте, пожалуйста, на центр. Ты там стоит. Чё, обканов есть? Куда конкретно тушенка? Да вообще там дофига тушенки, да. Двигайте так, ту, которая есть. Ой-ой-ой, смайл, смайл. Да, вижу уже. Все, пиздец, да. Вот это ништячный пехотный замес. Половина юнитов мне досталось, которые я первый раз вижу. Смотри, а вот тут эти не действуют. Совершенно стоят. Да. Даже чувак купил и ничего не делает. Ни дыма, ни хуя. Я не успеваю пехота рулить и... А вот это не твои. Ну уже-то мои. А, он вышел, что ли? Молодец какой. Что это такое вообще? Что это за безумие? Минометы. Возврат на базу для УАЗиков, он куда возврат? 111 на центр. Кто с минометами? Дайте дым, пожалуйста, вот сюда. Нормальный, широкий. Справа говнецо вас облетает. Ствольно артой можно сюда еще пострелять. Задымил все, кроме вот самого нужного. Пиздец просто. Не претензий.
что, пробиваем его. Вам, если нужна будет РСЗО, говорить, я сейчас нам могу выстрелить. Самолет. В перезарядке. Вообще вам ПО бы лучше поставить пока наземное. Оно эффективнее, самолеты будут сбривать. Ну а на самый крайний случай купил еще один. Но это реально на самый крайний. Вон, видишь, вот эти, там вот бешевые. Ничего не могу поделать. ПВО надо. Включайте ПВО над базой. Что там, вообще не было ПВО? Да уже все, МиГ-31 вообще нахер не сдался. Привет. Долго вам еще не хмутить? Какое-то время. Нат, я порекомендовал тебе МиГ-6 отвезти нафиг от базы, потому что от них, во-первых, отсасывают, а во-вторых, они на базе. Ну, они мне нужны. Ну, так вот, поэтому убери их. Ты же сейчас потеряешь там весь заряд в них. Ну. Катфазер, ну, гробит тебя. Куда ты летишь? У них же там истребитель до хрена. Ну, счастливчик. О, еще и Тайгер. Что уж наверняка, сволочь. Здрасте. Привет. О, привет. Я тоже в отрас видишь? Вы уже запустились или в процессе? Ну, давно уже запустились. Они заканчивают. Ага, ты тоже ждешь? Здорово, Игл. Здорово. Да, ждал. Хорошо, ну я с вами. Сегодня утром посмотрел, как балалайки вас отпиздили в вашей Господи, игре. Еще один. Что я молодцы пропустил? Вы. Что я пропустил? Самое интересное. Вот, понимаешь, Серов, предыдущий раз, два месяца назад, когда мы точно так же отпиздили балалайк, почему-то они видео не выложили. Очень странное совпадение, Серов. Логично, я тоже да, не да. Выкладываю видео, когда нас пиздят. Причем отпиздили их в ноль. Годфазер, ты же был, да? Со мной только два раза их разбирали. Со мной четыре раза их разбирали. Они пизды много получали. Я не спорю, что мы больше. Но тоже они и в ноль сливались. И с четырьмя бригадными генералами сразу мы играли. Куча полковников. Пизды они получали. По-разному было. С нами были не совсем еще адекватные игроки, понимаешь? Некоторые вылетели, некоторые вышли, некоторые рулили оставшимися войсками. Все это, конечно, оправдание. Вы будете смеяться, но без ПВО. Вы зря сейчас пошли этими танками, опять же, вам их вынесут. Я по-другому никак не ПВО выбили. Что я сейчас могу сделать? Попросить ПВО. Клянь, у тебя же есть друзья. Дайте ПВО, блядь. Дайте ПВО, суки. Когда у тебя нет ПВО, всегда надо попросить у друзей. Вы погибаете уже их, вы и так выиграли, господи. Нет. Мы, кстати, проигрываем. Ну из-за красных, слышь ты. Теперь понятно, почему все так. Ты же спрашиваешь, почему мы проигрываем. Я еще удивляюсь, как некоторые люди игру там включают, ориентируются. Да не, включают-то они нормально. Включили. Проблема в том, что они стреляют не туда. И не оттуда. И не в ту сторону. Ну я вас сейчас прорашил, давайте как бы дальше-то идите. Че, я в одного что ли должен быть? Узнаю Саню, Саня все истерит, рулит чего-то. Ну не истерит, а в смысле. Хуй его туча патонов слил. Все в напряженку. Факхат, пройди дальше, у меня АГС там стреляет. У меня есть, конечно, еще Т-34. Т-34 вызывал. Сейчас помню, там просто.
Мои патаны не остановились. Хе-хе. Там еще 3/4 сейчас подъедут, все нормально. Вы игры перепутали? Это 34, что? Ты не видел, что тут было. Да, сука. Двигайте вот эту всю пехоту. У вас минометы светят. Таксак. Да хрен на них. Не мое, не жалко. Прямку ловят наверх на боях. Вы еще свою кшемку потеряете. Думаете, там ПВО нету? Нету. Значит, потеряете сейчас. Командир ВДВшников, я дашь. Просто корейцы тащат. Молите ли музыку забавите, друже команданте? Втащил этим гимнокасом. Никак там. Вон танк у них стоит пчелы. Лучше вертолет не теряй, вертолет не теряй. И кобру втащил. Да, да, все вспомнил про него. Я думал, я в тот город заеду, сразу хотел потащить снабжение. Дайте минометами дым, пожалуйста, нормально. Куда? Что там? Добиваем. Победили? Все, дыма достаточно. Куда анал патрол ты дели? Да он вылетел. Спецназ вылетел, он вылетел. Порядок. Не захотели морскую карту? Так, блин, там что-то, я не знаю, меня не выкидывало раньше, а тут вдруг ряк и выкинуло. Может быть, таковы особенности твоего айфона? Я ж не с айфона вроде как играю. Нет? Да я бы не удивился. У нас вон люди, мне кажется, стиральных машин заходят, все-таки айфон. Ну, с домофон. Как-то там бальзон. Кофеварок, как бы.
Отправил, да. Ой, я фоп нашел. Недобитый? Да. Недобитый. Это моя пиздец задача, чтобы жопу. У меня 34-й элитный. Ну, так где еще. Ты? Ёпта. Да. Еще с Второй мировой. Наверное, прирос к этому. Слушайте, я понял, почему у Wargame столько безумцев. Я вот сейчас читаю новости, оказывается... Оказывается, каждый 88-й ребенок в мире болен аутизмом. В курсе? И всех их заставляют играть в аутизм. Да, очевидно. Не, ну тысяча человек тогда тут не набралось. Многие из них играют в Wargame. Не все проходят отбор. Нет, представляете, каждый 88-й ребенок в мире. Вот здесь это вот где-то... Безумная цифра. Враги. КШМ-ка еще живая там. Да, в России дураков лет на 100 хватает. Наконец-то. Ты думаешь, за границей их меньше или больше? Да, смотря какая за граница. Ой, я тебя уверяю, примерно...